Так, дополнительный урон при критическом ударе. Еще вызывает заморозку. Выбить из равновесия. Мощь знаков. Заморозка, значит. Усилим ее еще больше. Раз так. Веди себя прилично, ведьмак. Сейчас кину вещи, а хотя у меня в принципе нет перевес. Я хотела вот эти два меча скинуть. А, я вот это не продала. Я в этом точно ходить не буду. Так как я раньше добегала с перегрузом. Тут как хранилище скинула. Все, что-то мне понадобилось. Арбалет 21 уровня нам доступен, который я давно хотел взять. Оба арбалета классные. Правда, не знаю, зачем они нам пригодятся могут. Ну, кто знает. Вдруг опять у нас все вещи изымут. Нам нужно думать, где их взять. И если мы без денег останемся, не знаю, как это в игре может быть. В принципе, можно на скеллиге. Можно на скеллиге отправляться. Сцену с Йеннифер и единорогом. Заценить. Энгер, у тебя запуталась. Твоих женщин. Я, наверное, не смогу удержаться и отказаться от этой сцены. Геральт, это будет на твоей совести, а не на моей. Если она у тебя есть вообще. Вопрос. Так, а чё вы мне не показываете характеристики-то? Надо квест выбрать. Ночку я дам. В джинсах модный. Модный Гирильдюша. Это у нас сопротивление колющим ударам, урону. Длинные доспехи, типикер. Квест. Подожди, а почему у тебя там кафтан зеленый? Он не был зеленым раньше, или это я одела, как будто бы я как будто одела на доспехи школы Грифона. Я еще подумала, Геральт, ты не мог сначала снять одно, потом одеть другое.
Так, увидеть Георга Георгиуса. Уф, что-то не очень хочется. Железный Мортимер здесь. Так, добежим, так, добежим. Не крутись тут. А что? Взятки промышляем какие-нибудь. Кстати, здесь какое-то чудовище запряталось. Опять же. С квестом, что ли, с каким-то связано? Убегаете, мальчик что ли кого-то обокрал? Эх, сука. Ранешечек. А я уже забыла, как драться. Почему прячешься? Я пришел денег заработать. Я Геральт. Не важно, как тебя зовут. Не важно, откуда ты родом. Важно, хочешь ли ты драться с капитаном Мортимером. Это храмовая стража. Кто устраивает эти бои? Здесь, на Скеллиге и Велине, турниры проходят с давних пор. В каждом из этих краев свой чемпион. Чемпион Новиграда Портной. Ты его еще встретишь. Только сперва побей Мортимера. Ты о себе от третьего лица говоришь? Начнем, я готов. Бой! Я забыла мою тактику. Что, драться расхотелось? Я делала шаг назад, и когда он открывался, я его била. Побили. Это была моя тактика: шаг назад и два вперед. Только так я могу их побеждать. Ну, сильных, которые. Слабаков-то не сложно. Теперь тебе надо встретиться с Арчибальдом О'Нейлом. Чемпионов. Уже зависим от черных. Экономическое слово, и ты пойдешь на дыбу. Можно взять? Никто не против. Тут вроде лавка какая-то была. Не продули, не продули. Пойдем еще раз в заход. Еще с одним чемпионом сразимся. Бесполезно людям объяснять. Сейчас Мии мозги замыливает нашим родителям. Раньше
глашатаи. Разницы нет никакой. Что они скажут, то они не поверят. Мы живем в материальном мире, и я материалист. Так, а нам говорят, короче, вот здесь. Вот. Я когда долго искала здесь баню, я не видела этот пунктир. Я могу быть невнимательной, когда вижу что-то первый раз. Что-нибудь случилось? Я тебя предупреждаю. Я просто вообще в упор не видела этот пунктир. Поэтому так долго искала. Позор. Здравствуй. Ну хорошо. Да у меня кровью умоешься. Что-то как-то у вас здесь скудно, бедно, там как-то побольше хлеба и зрелищ. Жаль слова тратить. Ты часом не хочешь выйти против? Давай, я за этим и пришел. Меня зовут Геральт. Пат Грубер, я принимаю ставки. Ты же драться будешь? Да, давай. Я готов. Вы слышали? Поединок начинается! Серединка на половинку не так обидно, хотя мы там больше поставили. Начали! Что, драться расхотелось? Главное не ударил. Из-за моей невнимательности. Блин, Геральт даже голову склонил. Но по глазам вижу честный. Это ж ясно, как вечный огонь. Тут, по идее, покруче был. Надо было сначала сюда прийти, а потом туда. Ах, облапошил меня. Ты себя прилично. Да у меня кровью. Я хочу еще раз встретиться с Онейл. Вот отлично. Да, меня не деньги интересуют. Я хочу победить. Начали! Опускает таких голодранцев. Ну и чего, мы будем стоять. Ну, сколько мне еще ждать? Прикрываться? Кем мне драться, чтобы стать лучшим в Новиграде? Турден Портной. Он ночью дерется в предместьях, где нелюди селятся.
Короче, ежели тебе сегодня кто жопу лижет... По-другому я не знаю, как можно навить, мне не получается. Мне кажется, во второй части как-то это дело полегче было, может, как-то неправильно это делаю. Ну, с теми, которые уже чемпионами считаются, не с легкими, которые начали. С портным сразиться, еще с одним давайте сразимся. Тут не очень далеко, нужно на плотве доехать. Давай, плотва. Дело-то не в деньгах. Дело в победе. Добрый бы из тебя всё. Вышел, моряк. Очередной прибыл. Пошла. Счастье настанет сегодня. Почему они не ждут, где костры за стеной? Мы ждали тебя. Уже принимаем ставки. Ты был взвешен, измерен и найден легким. В каком из миров ты мог бы меня победить? С виду чужак худосочный, но не забывайте. В Велине он одолел самого сержанта. Говно этот ваш чемпион. Ладно, не будем поясничать. Я пришел сюда драться с портным. За кулисами. Жители Новиграда, через минуту вы станете свидетелями знаменательного события. Перед вами Геральт из Ривии выйдет против портного. Ну-ка иди ко мне. Дядюшка Дурден сошьет тебе новую мордочку. Ну, сколько мне еще ждать. Ему нельзя вперед идти в наглую, как мы до этого делали. Он оглушает сразу же. Принадлежит Геральту. А если хочешь еще кому-нибудь рыло начистить, в Велине и на Скеллиге тоже найдутся мастера кулаки почесать. Геральт захочет, а мне придется. Надо же квест пройти до конца. Я думаю, на этом стоит закончить серию. Сейчас я гляну только, что у нас там по заданиям. Вот, у нас два квеста осталось, а потом уже поедем в Скеллиге. Ну что ж, ребят, заканчиваем серию. Благодарю вас за просмотры. Оставляйте комментарии. Увидимся с вами в следующей серии. Всем до встречи и всем пока.